Батумское отделение почты. Вот очередь. И в очереди куча людей в основном всегда толпится. Мы стоим уже минут 10. Вот перед нами было согласно номерку, который нужно вот при выходе. Вот надо зайти и взять номерок в машинке. И там вот, скажем так, у нас перед нами было 15 человек. Ну, может быть, стоим уже немножко так подмерзли, немножко слегка офигели. Но придется ждать еще, потому что через 4 месяца мне с Алиэкспресса наконец-то пришла посылка. Ну, как-то так я, конечно, немножечко тоже не расстроилась. Я заказала в январе. А вот уже на данный момент у нас середина апреля, и наконец-то пришло. Что, Мирослав? Согласно номерку, который нам дали, время должно было, когда мы должны были зайти, 14:28. Сколько? Спасибо большое. Где-то 30. Сейчас вот 2:30 сейчас. Вот 14:30. Но номер это одно, время это совсем другое. Там по номеркам надо заходить. Ну, короче, очень долго, так что готовьтесь к тому, что придется в очереди простоять так прилично. Ребят, ну что, вот наша заветная посылка. Заветная-призаветная. Сейчас мы будем ее открывать. Итак, я вооружилась ножницами. Заказ был у нас сделан так, вот, чтобы вспомнить, в середине января. Сегодня у нас середина апреля. И, наконец-то, Алиэкспресс, многоуважаемый, ее прислал. Не прошло и полгода, не прошло и полмесяца. Тем не менее, посылка пришла. Я уже отчаялась, думала, не дождусь. Но заветное смс пришло. Georgian Post мне прислал заказ, который я сделала за полтора месяца заблаговременно, между прочим, себе и Тамиле на 8 марта. Ну, как говорится, не позаботишься о себе сам, поэтому заблаговременно, ну, не солоно хлебавши, 8 марта. Мы с Тамиликом очутились в ресторане «Асканели» без заветного подарка. Очень интересно, конечно, посмотреть. Я сама очень в восторге. Хорошо, хорошо, конечно, что позже. Главное, что пришло. Рада, рада, рада получить. Итак. У нас эта волшебная вещь называется Colorful LED Beauty Mask. Разноцветная LED-шная маска для красоты. Открываем. Ну, это в сторону сюда. Итак, что мы имеем? В комплекте у нас такая волшебная, интересная штука. Вот она. Масочка, которую я давным-давно хотела. Вот она. Маска разглаживает все морщины, вообще все, абсолютно. Она очень интересная. Насчет нее есть очень много информации. Я начиталась, изумилась, поразилась и решила на себе испробовать. Есть еще отдельная часть для шеи. Вот. Тоже, чтобы еще здесь тоже все убрать вообще. Она кликается вот сюда. Так. Хоба. И маска превращается в маску с разглаживанием морщин на шее. Также в комплекте у нас имеется пульт управления, который можно заряжать и к чему-то еще подключать. Тут вот это все. Разобраться, конечно. AC-DC адаптер. Что еще есть у нас? Вот такой ремешок. Это вот интересно, зачем это? Ну, наверное, не для этой цели. Ну, ладно. И главное у нас это документация. Отбеливает кожу лица, написано. Anti-aging. Значит, убирает морщины и подтягивает кожу. Вот прямо сейчас хочется испробовать.
На английском инструкция, слава богу, не на китайском. Это уже радует. Фотодинамическая терапия, активация клеток, даже самых глубоких, улучшает метаболизм кожи, редишный свет проникает глубоко в кожу, превращается в энергию, расслабляет, подтягивает, улучшает циркуляцию крови. Ну, сейчас все проверим. Красный. Красные ледишки. Значит, что они делают? Глубина проникновения 630 нанометров. Красный свет. Красные леди. Глубина проникновения волны 630 нанометров. Известна как биологически активный свет. Улучшает активность клеток. Увеличивает метаболизм клеток. Помогает формированию коллагена. Отбеливает, убирает морщины. Улучшает эластичность. Синий. Глубина 470 нанометров. Убирает всяческие воспалительные процессы. Противовоспалительный эффект также. Зеленый свет, глубина 520 нанометров, нейтрализует, улучшает баланс, общий баланс кожи. Желтый, 590 нанометров, помогает кислороду проникнуть в клетки. Фиолетовый, также помогает убирать шрамы. Цианин, улучшает общую энергию клеток. И белый цвет проходит глубоко в клетки и опять-таки увеличит метаболизм. Убирает морщины. Хорошо. Сейчас я все буду проверять. Короче, вот такая интересная штука. Ну, в итоге получается, что работает вроде как бы. И время само идет. То есть вот так вот. Вот. Выжидание. На морду лица, на шею и все морщины. Вообще все ушли. И так полчаса надо лежать. Закрытыми глазами. А ну, вот. Полчаса у меня пока нету. Чуть попозже. И много раз? Каждый день, что ли? Ага, выбираешь себе время, сколько хочешь. Я буду рубить. Ой, ярко-синий бы поставила. Все. Ну, короче, дошло, как оно работает. Блин, классная, показать. Классная маска. Надо испробовать. Потом сразу сделаем до и после. Спасибо всем за внимание. О! Жутковато. Так, господа, вот у нас принцип действия маски с LED-шной подсветкой. Воздействие на кожу лица, разглаживание всех морщин. Вообще всех абсолютно. Принцип действия у нас довольно сложный. Что хочу вам сказать. Сейчас я поставила программу, которая сама меняет все цвета. И в течение 30 минут
Значит, таким образом будет происходить наш treatment. Вот.